Преподаватели западноказахстанских вузов высказываются в поддержку выборов президента. Это веление времени, считают педагоги. В старейшем вузе региона, западноказахстанском госуниверситете имени Утемисова, в последние годы произошли грандиозные преобразования. Это не только кузница кадров, но и крупнейший научно-методический центр. Здесь выпускают учебную литературу для учителей школ, проводят курсы повышения квалификации и готовят специалистов для специализированных образовательных учреждений. Профессорско-преподавательский состав вуза считает, что выборы необходимы для того, чтобы и в дальнейшем сфера высшего образования развивалась такими же быстрыми темпами. Данное решение мы считаем, что принято очень мудро. То, что президентские выборы будут проведены в 2015 году, парламентские выборы пройдут в 2016 году, это будет способствовать стабильному социально-политическому и экономическому развитию нашей страны. Это, по сути дела, очень мудрое решение нашего общества. Существуют риски и угрозы геополитического характера. Нам необходимо укрепить государственную вертикаль, нам необходимо укрепить стабильность в своем государстве Республика Казахстан, потому что у нас есть еще важнейшие задачи – выйти из социально-экономического кризиса мирового и выйти достойно. У нас есть своя программа «Нурлы жолы, светлый путь, будущее», поэтому все эти задачи нужно проходить, наверное, всем миром, всем обществом, всеми казахстанцами.